Япония чтит память жертв Хиросимы. Траурные мероприятия посвящены погибшим от первой в истории человечества атомной бомбардировки. Главная церемония пройдет в мемориальном парке мира Хиросимы. Сегодня там прозвучат удары поминального колокола. У памятника жертвам атомной бомбы появятся бумажные журавлики. Их к этому дню в Хиросиму посылают дети со всего мира. Впервые в этом году сюда приехал внук американского президента Гарри Трумэна, который в августе 1945 года приказал нанести ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. Дэниел Трумэн заявил, что его дед, желавший таким образом скорее закончить войну, был в ужасе от последствий атомного взрыва. Напомню, ровно 67 лет назад в Хиросиме погибли 140 тысяч человек. Через три дня, 9 августа 1945 года, вторая атомная бомба в Нагасаки унесла жизни 70 тысяч японцев. Наша страна несет особую ответственность, и потому мы должны сохранить память о трагедии и передать ее последующим поколениям. Мы продолжим соблюдать три безъядерных принципа, сохраним верность нашему отказу от ведения войн и предложим усилия по укреплению мира. Люди не могут забыть ту страшную катастрофу. Я хочу передать миру послание от всех переживших эту трагедию жителей Хиросимы, которые молятся за ликвидацию мировых ядерных арсеналов. Я верю, что отказ от ядерного оружия способен сохранить мир во всем мире.